Инициативу Ивановской областной думы о введении штрафов за содержание домашних животных с нарушением санитарных норм поддержала Московская городская дума. Напомним, что законопроект был принят ивановскими парламентариями в декабре прошлого года. Согласно документу, за нарушение правил содержания домашних животных, а именно кошек и собак, должны взиматься штрафы от 500 до 1000 рублей. По мнению московских депутатов, поправки в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях действительно нужно вносить. Но наказывать следует не только владельцев большого числа кошек и собак, но и хозяев других домашних животных, которых горожане также могут содержать в квартирах. Правила по содержанию есть, а наказаний нет. А когда существовал наш областной закон, только за 2011 год было оштрафовано 700 человек. А после того, как закон был отменен, на первые три месяца после отмены было более 100 выходов полиции по обращениям, но полиция ничего сделать не смогла, потому что уже такой нормы не было.